Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars for Sale. Чё я здесь решил? Немножко помыть тачки. Автомобиль отмыт. Мы получаем кучу опыта. Кстати, пофиксили тот момент, когда ты можешь чужие тачки мыть. А, нет, все. Только свои. Поэтому нам приходится машинки покупать. Потом их мыть, отмывать. Это тоже здорово, очень интересно. О, сегодня аукцион в час дня. А сейчас у нас 10 утра. Ладно, сделаем так. Мы сейчас все эти тачки продаем. И едем на аукцион. Так. Ой, какая-то она медленно, смотри. Не быстро она едет. Ставим ее сюда в угол. А, нет, мы наперед ставим тачку. Дабы наши покупатели далеко не шли, а сразу покупали, не отходя от кассы. Вот здесь ставим. Опа! Тихо. Тормозим. Тачки вымыты. А, знаешь, что сделаю сейчас? Я сразу быстренько машинки поставлю, которые у меня здесь стоят на продажу. А, этот не в офисе. Но я цену-то не могу на нее поставить. Ну, зачем ты на нее нажимаешь? Сейчас мы тебя поставим, подожди. Пока я буду машинку ставить на стоянку. У меня подойдут гости. Покупатели. Блин, слишком далеко машины стоят. Надо их поближе поставить. А давай я его прямо здесь ее поставлю. Вот, смотри. Есть одна покупательница пришла. Цена покупки 26. Ну, она у меня со скидкой была, поэтому... О, 34. Вот она молодец. Давай, значит, 38. Почему нет? Блин, может купит за 38, не знаю. Офигеть, дешево я продал опять. Так, и вот эту мы сейчас выставим, которая красненькая. Выставляем на продажу. Денег же немножко, потому что я в прошлой серии купил дом за 60 косарей. Так, а вот это будет дешевое, ну 16. А ну давай выставим за 18 тысяч. Блин. Слишком много нулей, он не купит. Да, 18 тысяч, и он покупает. А мы пока мусор выбросим. Блин. В 3 часа дня, а уже час, ребята, я уже опаздываю. Ну, не опаздываю сильно, конечно. Час. Так, ждем еще минутку. И если что, мы... Туда пешком я не хочу идти, поэтому поеду на машине. Надо какую-нибудь тачку убрать с продажи, поэтому на ней поедем. Так, ну давай 20. Давай убираем с продажи одну машинку. Вот эту, значит, да? И едем на аукцион. Минута осталась. Благо аукцион рядышком. Ну, где-нибудь вот здесь припаркуемся. А, нет, там уже не посмотришь. Все, бегом. 20 секунд, 30 секундочек остается. Покупаем билетик за 300 рублей. Это кажется так. И теперь ждем аукциона. У нас почти миллион, поэтому мы можем нормально таки купить тачки. Ждем начала аукциона. 15 секундочек остается, и будем максимально все тачки купим, потому что они очень хорошо продаются, кстати. 5, 4, 3. А если будет самая крутая тачка, может быть, я ее себе оставлю, но это не точно. Какая-то хрень. Текущая цена 26 тысяч. Делаем ставку. Так. Ну, давай по 1000 будем накидывать. Сейчас
Посмотрим. Ну, нет, смотри, прям хорошо они его накидывают. Ну давай 1000. Ждем. И... А, нет, нихера. Я думал, я ее куплю. Да. Давай, давай, давай. Я ее покупаю. Я купил. Следующая. Ой, вот это хорошая. 200 тысяч стоит. Охренеть. Вот это мы заработаем на ней. Нормально. 4000 будет у меня поднятие цены. Потому что неизвестно, что там еще будет за машинки. Ну, блин, смотри, они ее прям хорошо так форсят. Она достаточно дорого будет стоить. Так, я кидаю 4000. Блин, кто-то ее перебил. Я кидаю 1000. Жду. Да вы чё? Давай еще 4. Может быть... Ах ты, ё-мо... Давай 17000 накидываю, и никто ее не перебьет. Нет, перебили. Охренеть. Давай еще 4000. 300000. 320000 она уже стоит. Блин, еще раз я кидаю денежку. Нифига себе. Полляма она будет стоить уже. Есть. И я ее купил за 300000. И у меня остается полмиллиона долларов. Это за 23. Она не такая дорогая. И поэтому ее особо никто не будет покупать. Давай я накину 1800. И я ее сейчас куплю. Нет. Так, ждем. Пускай набивается. Нет, цена. Ну, главное, я купил за 300 тысяч. Блин, там может быть 4-я тачка тоже крутая. Поэтому сильно тоже деньги не хочется тратить на фигню всякую. Попробуем ее отмыть. О, отмыть от грязи, да, если она загрязнена. Но не должна быть. 31 тысяча уже. Ладно, давай я накину 400 своих рублей. Нет, нифига. Ну, дорожает машинка, конечно. Давай, 34 тысячи. Есть. Я ее купил. И четвертая машина какая-то. А, начальная цена 10 тысяч. Хрень, короче. Ну, мы уже купили тачку, в принципе. Ждем, пока закончится аукцион. Эту я не буду особо... А хотя давай эту тоже купим. Давай, перебиваем. Я буду по максимуму бить. Я хочу ее. Я хочу купить все тачки. Я выкуплю все тачки на аукционе. 17. Да. Офигеть. Я выкупил все машины на аукционе. И мне дали 10 опыта. Угу. Вот это мои тачки. Офигенные. Но я хочу на этой поехать. А нужно ее мыть? А, нифига, почему не грязные? Я думал, они должны быть идеально чистые машинки. Правильно или нет? Я говорю. Так, что у нас тут? Все. А где-то еще грязь. Я не понимаю, где еще... А, нет, вот она. Все, автомобиль вымыт. Ну, ладно, давай тогда все тачки мы помоем. Почему бы нет? Опыт наберемся. Грязи нету. Я хочу сейчас на ней сесть, на нее и поехать. Блин, какая машина. Может ее покрасить как-то? Вау. Давай осмотримся. Ого. Ну, давай. Разгоняйся. Что у нас тут? 100 километров? Мало. Слушай, ну она не особо разгоняется, конечно. А дрифт? Блин. Оно притормаживает хорошо. И дрифтит. Оп, ночь наступила. Слушай, а я, наверное... На этой машинке сейчас поеду домой. Угу. Мы потом вернемся. Блин, а у меня остался контейнер или нет? Я же дом купил. Вот будет подстава, если не будет контейнера моего.
Опа, опа, опа. Управляешься хорошо, машина, нормально. Подожди, ну у меня жду. Подожди, у меня должен уже контейнер тоже быть. Я в нем тоже могу ложиться спать. А ну-ка, сейчас проверим. Да, я могу еще и в контейнере спать. У меня два дома. Контейнер, дом и дом в хорошем месте. Прям где живут богатенькие люди всякие там, да? Но мы это из контейнера вылезли. Прикинь, так по приколу припарковать возле контейнера такую тачку. Ламбу, да? За аукционную, которая стоит дофигища денег. А тут авария? Ух ты. На лимузин. Блин, похож на лимузин был. Ну, не лимузин. Тут прям точка. Ну, блин, видишь, я ее могу себе оставить. Но с другой стороны, она очень дорого сейчас в данный момент для меня стоила. Оп-о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 п. Аккуратно, аккуратно. Чуть не врезались. Чуть мы не повредили нашу машину. Она аукционная, поэтому... Она, боже, она полмиллиона стоит. Мы ее, может быть, продадим за миллион. Это навряд ли. Вот мне прям интересненько. Тормози! А куда ты влез? Блин. Ё-моё! Повредил машину, блин. Нет! Блин. Остановилась, смотри. Давай ее отремонтируем. Ну, я не думаю, что тут слишком дорогой будет ремонт. Поэтому... Не так страшно. А, сколько ремонт? 47 рублей. Всего лишь 47 рублей. Давай, чини ее. 47 рублей. Ну, мы врезались раза два. Смотри, уже и починили. В принципе. Не так страшно. Теперь мне врезаться. Красить мы ее не будем. Она у меня в нормальном состоянии, в хорошем. Нет! Блин, чуть не врезался в меня. Гад. Припарковываем и выставляем на продажу. Тикс. Выходим. Сколько ты будешь стоить? Слушай. Ты у меня, наверное, еще и грязная. А почему? А потому что прошла ночь. А ночью птички всякие. На нее покакали. И она замазалась. Ну, ничего, мы ее помыли. Теперь мы ее выставляем на продажу. Угу. Так, а, продается, продается, не продается. А, вот эту, Феррари, вон, 350 тысяч. Давай за 666 тысяч. Блин, наверное, дешево, слушай. Ну ладно, а тут смотри, тетка стоит. Купить хочет машинку. Давай. Сколько? За 34 мы покупали. За 42. Торгуемся. 5 тысяч накидываем. За 47 тысяч. Пробуем продать. Накинули 5 тысяч. Чё, купила? Чё шо? Убежала? А чё она убежала-то? Давай быстренько за 47. Также. Блин, это дешевле сейчас захочет? А, 49? Нихера себе. Молодец. 55? Нормально. Блин, то я очень дешево мог продать. Слушай, мусор. Давай, пока она там идет до моей Феррари, я мусор выкину. Угу. Почем она ее продаст? О, купит-то. Это мужик оказался. За 666. А, за 331. Да ты дурак. Цена кажется завышенной. Я бы купил бы, подумал бы за 331. Подожди. Давай за 450 тысяч. Если ты мне ее не купишь, это будет какая-то хрень. Иди нахер. Чё так он дешево хочет купить? Давай, ты хотя бы скажи. 412. Вот уже лучше. А, торгуемся за 450, за 460 тысяч. Раз, два, три. За 460 тысяч мы ее продадим. Вот, понял, придурок. Я дешево продал из-за тебя. 996 тысяч. Блин, я дешево ее реально продал из-за этого дурачка, который пришел, говорит мне, давайте, продай мне за 100 рублей. Ай,
Что делать? Короче, нельзя продавать сразу. Надо думать. Блин, это что так? За каждой машинкой должен теперь ездить? А ну-ка, стоп, стопэ, подожди, нет. Нет. Да нахера ты залез? Мы их так сейчас. У меня же там эти есть. Штуки-дрюки. Ну все. Бегал бы я сейчас за каждой машиной, ага. Сейчас. Поехали. Надо их сейчас всех выставлять машины на продажу. Продавать. Нифига, следы какие остаются. Так, автомобильный рынок у нас еще открыт. Нормально. Все, здесь мы ее припаркуем, глушим и выходим. Ну что, на этом будем заканчивать серию. А всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.